На месте гибели Курска установят православный крест. В начале следующей недели океанский спасательный буксир Северного флота выйдет в точку гибели атомного подводного крейсера. Напомним, он затонул в августе 2000 года. На борту буксира будут находиться родные и близкие погибших в море моряков-подводников, представители командования Северного флота и участники 4-го международного автопробега ветеранов военно-морского флота. Они возложат цветы и установят на дно Баренцева моря православный крест в память о погибших моряках.